1918 год. В нашей стране шла гражданская война. В это время во многих городах возникали организации рабочей молодежи. Для объединения их в одну организацию 29 октября в Москве открылся первый съезд рабочей и крестьянской молодежи. День открытия съезда и считается днем рождения комсомола, который стал называться Российский коммунистический союз молодежи. Слава тебе, родной комсомол! В день субботники, стройотряды, спортивные, трудовые соревнования. Все, кто входили в самый активный патриотический коллектив страны, не расстанутся с комсомолом уже никогда. Для города Ленинско-Кузнецкого комсомольское движение – это не просто деятельность городского отделения ОКСМ, а намного шире – это лучшие страницы истории, самые яркие события и победы его молодости. Особое поздравление в этот день хочется сказать всем тем, кто был комсомольцем, кто до сих пор хранит комсомольский билет и помнит, с какой датой связано 29 октября. Дорогие комсомольцы, это ваш праздник, и я от всей души желаю вам хранить в сердцах комсомольский задор, особую энергию молодости и стремление вперед. Для большинства горожан старшего поколения комсомол – это неотъемлемая часть юности. В те годы я был секретарем комсомольской организации городского отдела. 5 лет был членом бюро горкома комсомола, членом обкома комсомола. Торжественное мероприятие, посвященное столетию комсомола, были приглашены гости – комсомольцы из Белова и Беловского района. Мы давно дружим. Ваша делегация была у нас на празднике. Мы сегодня приехали к вам. И это продолжается наша дружба. Ну, занимаемся мы, конечно, тем же, чем и вы. Мы поставили главной своей задачей, наш ветеранский совет комсомола, сохранение традиций прошлого и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это наша главная задача. За активное участие в пропаганде истории и традиций в ЛКСМ почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены комсомольские активисты. В свою очередь, городской комитет комсомола отметил юных ленинск-кузнечан за активное участие в период подготовки и проведения мероприятий, связанных с празднованием столетия комсомола. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.